Защитники Роман Плащак, номер 83, Иван Мудряков. Номер сменщиком новичок капитана Максим Абдуллаев, который присоединился буквально на этой неделе, 49-й номер у него. И как раз этой победой капитан установил паритет. Теперь по 9 побед в этом противостоянии с командой «Сковоряги». В общем-то, только с 18-го года именно с таким названием команда выступает. Здесь не пройдет передача отсюда. И гол! Прошла передача. Никита Афанасьев. Подождем, посмотрим. Отсюда и кто Монахов эту передачу делает и под перекладину. Первый гол в сезоне для Никиты Афанасьева. Атака Варягов и ловушка. Продолжается атака. Бросок, доходит шайба до... И Монахов Бондарю, тот бросает дальше добивание. И отсюда попробовать еще. Подбор за капитаном. Настоящее давление. Штурм Ступинцами. Настоящий. Ступинцы с шайбой. Уверенно. Полное преимущество они имеют. И контроль есть. И броски есть. И здесь поближе. Куда уж ближе-то? И здесь проходит шайба. А вот ближе-то и удалось затолкать. И это звено. Таких шансов просто не оставляет. Полное преимущество. И вот здесь Димитров. Сближается Димитров, как я и говорил. Куда же без него теперь? Даже атака капитана полноценно не выглядит. Даже по прошествии 7 минут второго периода демонстрируют соперники. А вот здесь первое удаление будет. Да. А вот здесь прошла передача. Вынужден все равно Сливченко разворачиваться. На вершину поднимать. Дальнейший розыгрыш. Андрейченко выцеливает тот. И Ромашкин реагирует. Дальше Есбощан. Уткин. Лосев накатывает. Уткин. Лосев. Разыграли. Как красиво. Как это красиво звучит. А исполнено-то. И первый пас Романа Есбощана. Через борт. Уткин принимает. Сближается. И передача какая выкатывает из неудобной руки. Александр Лосев. В меньшинстве. Оставлена шайба. Есть варианты у Калинина. Прорывается защитник. Глубже в чужую зону. Заходит и здесь под бросок. Неплохо на Андрейченко было сыграно. Панк-рок-группы Green Day. Барабанщику Фрэнку Эдвиду Райту третьему. Сегодня 50 лет. С разворота бросок и шайба в воротах. Вот это гол! Повтор. И благодаря режиссеру мы сейчас это с вами увидим. Шевцов отборол шайбу. Вот так верхом пролетело. Подобрал Васильков. И слева круг вбрасывания с разворота. Кладет ворота. 4-0. Выиграл 6-2. У варягов Андрейченко и Карпачевский отличились. А вот здесь попробовать огорчить Созинов. Неплохо и в упор бросает Севастьян. Взяли реванш за поражение накануне 4-5. Кстати, одна из шайб у Сливченко. 10 место в...